Пожалуйста, как за этот тупой плагиат набрали 2300 просмотров? Мой брат часто плагиатит, поэтому много просмотров. Объяснить нужно, почему так больше? Почему так больше лайков? И много комментов, если это плагиат. Я не понимаю. Очень жутко эти видео моего брата. Но она дерас плагиатил мою идейку. Да. Да, еще один плагиат, который набрали чертовых 5000 подписчиков и 120 лайков. Объяснить это. Я вообще не могу. Свидетелей тут нужно 1000. Популярное это не популярное, потому что это плагиат. Это тоже плагиат. Все его видео плагиат. Почти весь его канал плагиат. Если вы ее ненавидите, тогда не ставьте подписку. Я отнимаю его подписку. Он мечтает, чтобы было 100 подписчиков, хотя этого он не хочет мечтать. Да, кринж и кринж. Сейчас напишу его на украинском. Ты дебиль. Говно. На Украине. Ты дебиль, пушинка, говно, Украина. Вот. Да пиши ты уже, блин. И выйди быстрее. Это все. Плагиат. Я ему буду в моих роликах его матами обзывать. И это правда. Потому что он совсем, что ли, со времени. В общем, я больше его канал не буду смотреть. Вот сколько этих кринжовых видео я не хочу. Мне нужно много свидетелей, чтобы он не плагиатил. В общем-то. Это, наверное, от моего видео, как делали ограбление детства. Да-да, я так думаю именно. Но я ему такое дам, что он потеряет своих подписчиков. Вы за меня или за моего брата? Напишите мне в комментах. У меня крутые видео, чем у моего брата. Еще и мало просмотров. Да, в общем, тут вообще кринжово и неинтересно. Но если вам понравилось это видео, вот, в общем, можно лайк, можно подписку. Да, в общем, в этом видео зачем ставить подписки? Но если этого хотите, ставьте. Но если вам понравилось это видео, всем удачи, всем пока.